Нянасы работ, салем до стар, мои волосы все никак не хотят сохнуть, а возможно, потому что я еще сняла не так много реакций. В общем, что касаемо моего разбитого ластика, о котором я уже говорила, вот он раздолбан у меня в хлам. Да, ну он просто развалился пополам. Да, он у меня. Тем не менее, он все равно светится. Еще у меня были вот такие наклеечки в комплекте с 91, с маленькими, с крошечными. И еще был закуська. The kill. Так, в этом. Z-A-Kill. Вот. Собственно, еще я заказала браслетик. Браслетик вот, не знаю, как показать вам. Сейчас покажу. Вот. Там написано Биртакс. Бакеттебол, короче, написано. Вот. С одного боку написано Бакеттебол. Да, чтобы не видно. В общем, нифига не видно. Но мы сейчас будем смотреть 91. Мне заказывали с субтитрами, насколько мне известно. В общем, погнали. Какое-то интервью. Поехали. А я видела это интервью. Поэтому облом. Облом. Поэтому в интервью ничего не будет. Да. У меня есть реакция на данное интервью. Вот. Что еще снять по 91? Помогите. Раз уж я начала снимать реакцию, и в этой реакции я показала вам свой лайтстик, значит, нужно что-то найти. 91. Ребят, котят, зайчат, идите сюда, что-нибудь отснимем. Так, чего у нас еще не было? Автомат, 118 тысяч. Ага, мне скидывали опять какой-то плейлист. Да, точно, вспомнила. Вот этот плейлист я и буду делать. Смотреть позже. Нет, не смотреть позже. Это будет прям отдельный плейлист. 100%. Не скидывали. Так. Сейчас мы его найдем. 91 на русском. G-Stour 2017 года. Может быть, G-Stour 2017? Да. Это оно самое. В общем, погнали с первого видоса. Разбираться будем потом. Скачивать тоже потом. Хотя, чего это я парюсь? Когда можно просто взять и скачать. Он же у меня плейлистом, правильно? А плейлист он у меня скачивает полностью. Поэтому погнали. В общем, G-Stour 2017 года. Сейчас у меня на данный момент будет... Короче, неважно, они же у меня все по порядку. Погнали. Так, тихо. Так тихо. Сегодня мне кто-то сказал, верите, нет. Почему ты все время выгоняешь Эйса из кадра? Ты его так сильно не любишь? Вы смотрели мои видео до этого вообще? Пусть я такой. Новый мини-альбом. Хочу ваш мини-альбом. Эйс в бейсболке с Суперменом. Альбомы. Хорош травить душу, вы. Альбом. Калай-калай. Альбом. Альбом. Вы что такие? Алема. Тарас. Тарас, да я тебе гель валу. Тарас! А не Тарасе! Бала? Thank you.
Лапа. Антистресс. Сорок йода. Ты такой... Ну, естественно, внутри их дел. Было камень твой город. Я хочу жрать, простите. После работы снимаю. Если блин, свободно, если бы не говорит. Где ты пьешь маленького? Ваши такие волосы классные. Балаша красавчик такой вообще, волосы такие классные. Алема в костюме с Баяу, блин. В том же самом образе. Офигенно. Сходит моргать с ними глазками, пожалуйста. С своими большими, огромными глазищами. Ждем. Ну, в смысле, ждем. Люди ждали. А я просто могу это смотреть и плакать. Изи, ты красивая, то иди отсюда. Слишком красивый. Стала половину только. Сласты. Тут по всем городам будет. Ну, вы была так красивой, не могу. Опять ты. Иди отсюда. Не подходи ко мне никогда. Я Джуз Интертейментинг бірінші туры Талдықорған қаласы. Біз сіздермен бірге Талдықорған Иглс кетті!
Не-не. Орташа. Маленький. Не волнуйся, мой сладкий. Все хорошо будет. Да, моя лялечка? Хватит жрать. Не могу остановиться, пока чипсы не кончатся. Ну давай. Эй, всем привет! Мы сейчас у нас как это мой брат! Это я! Как мило! Ну, мы перенесли танги от Аннеси. Тихо. Чокер. Аргарай моин дай толтрамс. Не меньше. Я помню, это было в смешных моментах, что он запутался в этих... Так же, как я путаюсь всегда в цепочках. Эй, ну, Зигат, будешь моим парнем? Зашибись. Я бы такой даже в шутку никогда не спросила. Эйс очень красивый. Как всегда! Торт 91! Ай! Еще раз долбай его! Талдықорған, біз бүгін Талдықорған еңгіздермен бірінші рет кездесін деп тұрмыз. Если не смотреть в кадр, ты отвлекаешь меня от красавчика Изи. Молодец, ушел из кадра. Пуська. Слышим? Да, слышим. 91, 1, 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
разбегутся. Иди отсюда, красавчик. Моя подруга Лиза, кстати, больше всех любит Зекью. Ну, в смысле, Зака. Балашины волосы просто лучше. Ты тоже красавчик, иди отсюда. Блин, ну Балашки просто шикарнейшие. Обожаю, во-первых, когда у него вообще такие волосы. Да, вот именно вот так у него сделаны. Фух, а когда у Косоновскими не успеваю все читать.
следующее. Репетируем скрим. Да, я тебя люблю! А я вот никак не могу повторить эту фразу «я вас люблю» или «я тебя люблю» на казахском. Честно, не могу. Мой скороговорный язык в этом плане очень страдает. Да, это то самое из смешных моментов. Я это помню еще с апреля месяца, когда я смотрела смешные моменты. Эйс. Маленький колум. Дарки такие. Идите. Маленькие не спали. Сейчас мы уйдем, мы самолеты на Боралда вообще не ухтаем из воды. Ухтаем дикими. Кирилл сал, чек, дайндок. Памятник, когда дайндок, концерт целый год. Чего я только не делаю в кадре, жру, бью, я не знаю, расчесываюсь, господи. Щеночек такой не могу. Обожаю, когда он так делает. Просто пусечный. Шоколадки. Сладкоежка, любимый. Что ж ты за детка такой? Не могу. Лучший ребенок, господи. Путки мне завыкидывают. Путю-путю. Дырки пуски не могу. Пуська маленькая, Потя. Мы на деревне, Потя. Видите, какой клёвый. Лапочка не могу. Нет, они не такие, он просто зеленый у него. Мелок, готовь себе сам. Не ищись, бэр, мюзин, алкет. Мне кинь, алдар, пизда, велосипед. Для тебя, для маленького? Будешь кататься? Well,
на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Обязательно. Пишите комментарии. Да. Короче, сейчас. Типа счастливо. Слушай, у меня камера зима. Не зимеска. Идея, типа. Китак. Подшит. Болджарит. Куда вы там идете, а? А, да. Он же там шкаф. Я помню, это из смешных моментов было. Я помню все смешные моменты. Вот такая вот я не адекваша, да. Закушка. Закушка так мило перевели. Заки. Осный фокус, ой. Капут такой спрятался. Детки. Господи. Я хочу прерваться, чтобы налить себе попить, потому что мне закончилось. Но так я прервусь, когда тут эти вот пятеро. Иди отсюда. Господи Иисус, иди отсюда. Иди, Пуся моя! Так, не подпевай, блин, уже. Толксан, бар. Сенто, кому вьенто. Вьенто. Как ясно, мелокая. Ты чё, бачи? Убери свой язык, блин. Погадец. Да. Волга, спокойно, вайн номер свою. Толксан, бачи, лирэ, бэр, лирэ, не клэр. Давайте, апша сетн дэр, сен. Сюрисик, баска, узанный мимс, так что англи свой казах. У кого там Гарри Поттер на заставке? Тонзар, бэн! Типа, ваш рейс прибывает. Иди, красавчик. Да иди ты в пень, а. А лучший фристайлер от Бога просто. Ты Пузя, щекастая, глазастая. Как у лялька. Щечки маленькие мои. Закил. Закали. Не повторяй за ним, блин, господи. Бозя. Бр-бр-бр-бр-бр-бр. Какой красивый зал.
Там же выступали DNA Memory. В этом же зале, да. Это тот же самый зал. Октау, да. Зал из Октау. Почему неожиданно? Опять запутался в проводах, как я же, господи, братик мой. Да как не ожидали? Тут что? Вы же лучше. Где маленькие мои? Скинь и алмаз. Иди отсюда, не подходи ко мне. О, у меня аж мурашки, господи. Сколько народу! Сегодня я буду снимать, завтра буду монтировать, вот, потому что... Эй, Стёк, корчишь свою прекрасную моську, а? Не отвлекай меня, не отвлекай меня своим... Блин, облизываться сейчас сразу. Выколите мне глаза кто-нибудь, пожалуйста, не хочу это видеть. Волосы... Прекрати, тут еще 5 классных парней, отстань от меня. Из-за тебя я все пропустила. Ну вообще, блин, слов нет. Кун, блин, как можно быть таким? Наказать его надо. Мен қосынай дамын. Дома мальчик наш. Кішкентай әкесі Батыр. Бұл жерде, ой, біраз нәрсе болды. Бұл жер менің ескі таспам. Классно там. Маленький кушает. Подписано, заметил, что подписано. Макгрегор? С чего это? Это Макгрегор копирует за Гали, а никак не наоборот. Да? Да? Он даже ржет над моими словами. Команды самый добрый. И в танцах точно одаренный. Вокалом может восхищать. Всем счастья, пожелайте. Засмущала. Красит любой спейс. Азамат Ашмакан. Эйс. Алем. Он в нашей группе вокалист. Чудесно сложен и плечист. В клипах всегда с надеждой ждешь. Жать на репит не устаешь. Голос волшебен и лучист. И как родник природный чист. Он в музыке застрял совсем. Батырхан Маликов, Алем. Спасибо большое. Очень рада, что есть такая группа. Стихи им написала. Тоже что ли написать им стихи? Да, если что, я поэт, как бы там. И не какой-нибудь там поэт, я даже состою в литературном кружке. В литературном клубе, точнее, да. И у меня есть даже... Короче, мои стихи публиковались в газетах и всяких сборниках. Но я давно не пишу. Хотя у меня дофига всяких... Благодаря моим родителям дофига всяких грамот, но...
но я... Я в этом не участвую, в шабаше. Автобус тез қоям ба, жасыр кетесем ба, да, пробка тұрып қалды. Басына кетті бір, кеше басында болым, сөз тез болып. Кезде де анандайда ол дөбірлейді де. Ал мен... әзілдейм, рахмет, мен жақсы көремін. Маленький такой. Достал. Я отсюда. Все. Близость к ним прям, потому что есть огромные залы, и ты там где-то в заднем ряду, и реально плохо видно сцену, а тут прям так прикольно, все собрались возле сцены, класс. Ну сейчас такие маленькие залы, конечно, они уже не собирают, но они как огромные. Ну я имею в виду, что в 10 раз больше, в 1000 раз больше людей, наверное. Тихо, ты-то не визжи, ты вообще не там. Это спина, господи, уберите, а, уберите, пожалуйста. Такая военная охрана, амуниция. Эйсик, господи, я бы стояла где-нибудь там на отшибе и даже не подошла бы. Ох. Так, не подпевай. Да заколебала твоя спина, уйди уже отсюда. Лема. В восторге, девчонки. Не плачьте, маленькие. А бүгін біз Өскемен қаласындағы Найджоны концертіне келіп тұрмыз. Найджоны билеттері бүкіл сатылып кетті дейді. Одан кейін тағы да олардың кеше ғана трейлері шыққан, ол трейлер көп адамдардың жүректеріне елжіретіп жүріп дейді. Оған дейін айтақ, оған талар Красивый тоже зал очень. Сезілет бәрі, тарихы бар, ұзақ. Да. Чому они кешпит? Хайрут. Да, сразу кагазскими я вспоминаю. Да, жвачка прилипла. Сейчас будешь обрезать? Калай алам, былай алам, деп. Мына үтікпен алып барадым, еріктіп қолмен. Балайтты маған интернеттен қарады. Бірақ алынбады. Что я просто врежу? Любой непонятной ситуации надо. Сен дождь снимаем? Кой? Помалкивай такой. Ты не послушал? Я режу свои штаны. Ну да, это будет более сексуально на сцене. Конечно, ты знаток. Кстати, это тоже было в смешных моментах, но я тогда ни черта не понимала, потому что там было все на казахском. А здесь, слава богу, субтитры. Кстати, субтитры от группы Аурор. Все помним об этом, подписываемся на них везде и всюду.
мынага жабышып болган такие штаны сарызын кесемден мына осындай шалбар. Как модненько, да? Сарыз, рахмет. Спасибо тебе, Жошка. Не подпевай, дура. Изменяешь мне это. Шучу. Меня не касается его личная жизнь вообще никак. Вообще не хочу его. Никак. Ну, в смысле замуж. В смысле муж я не хочу. Ай, Балаша красивый. Спасибо огромное, что приехали в наш город. Мы вас очень долго ждали. Прошло уже полгода, как вас не видели. Огромное вам огромное спасибо. Мы вас очень сильно любим. Терезимдегі перделер жылы өткізбейді және әлемге жабы. Кысла жапсырдың қарды. Непривадимо перестала дулата. Мен мысықтарды жинап алып. Убери свою коленку, а из милых моментах это было, да, это отвлекало очень страшно. Убери свою коленку, ты сейчас ударю тебе по коленке. Это же его коленки, я не посмотрела на дулатика. Ганец какой, а? Колени, Господи, как это? А че охраны нет? Некоторые девочки одергивают других, да? Чтобы они не обнимали их так. Как-то жутковато, конечно, вот так через толпу идти народу. Все, каждый норовит тебя облапать. Очень опасно. Спасибо огромное за этот плейлист. Очень прикольно. Я рада, что посмотрела его наконец-то. Мне скинули его сравнительно недавно, и я его еще не видела. А группе Аура спасибо за то, что перевели для меня, для девки, которая не знает казахского. А как там мне некоторые в комментариях пишут, ну это наши парни, не трогай их. Я не претендую, честно. Мне не нужен ни один из них прям лично, чтобы у меня тут жил прям в комнате. Я просто их люблю так же, как вы их любите, я надеюсь. Я надеюсь, так же, как вы их любите. Без всякого фанатизма, без всякого извращения, просто любовь к парням. Все. В общем, на этом я закончу. Спасибо огромное за заявку и за вообще... Вообще за 91 спасибо, вот... Вот, на диван. Вот, на диван. Все. И вот еще.